возьми. Да? Что такое? Я виделся с Эмгыром. А есть на свете еще какие-нибудь коронованные головы, которых ты не видел? Несколько. Будем надеяться, что так все и останется. Помнишь первую войну с Нильфгардом? Битву под Соданом? Весь север сражался вместе. Темерия, Редания, Кадвен, Айдирн. А чародеи были героями. О них песни складывали. Мало что осталось от того мира. Я нашел заметки Беренгара. Судя по тому, что я прочитал, он пытался выковать Торхейрн. А ты ему помогал? По крайней мере, давал советы. Парень не сумел выковать меча, но вместо того, чтобы пустить меня к наковальне, морочил голову расспросами. Все хотел сделать сам, как всегда. Но потом все кончилось, потому что этот чертеж черти взяли. В прямом смысле. То есть? Беренгар отправился охотиться на черта. Тот поселился в долине за замком. Не пойми, с чего взял с собой все свои вещи. Может, думал повозиться с этим мечом, как с чертом разберется. Ну, ты сам знаешь, какой он был. Так или иначе, черт оказался сильный. Слишком сильный. Беренгар убежал. А потому, как бегать с мешком в 3 пуда весом под мышкой тяжело, пришлось ему все свои вещи бросить. Красный он был от крови и от стыда. Рта почти не раскрывал. И сразу после этого дела уехал. Навсегда. Конец истории я знаю. Слушай, а как попасть в логово этого черта? Я знал, что ты этого так не оставишь. Проще всего взять лодку и плыть по течению реки до самого конца. Только смотри, у Беренгара, конечно, были свои недостатки, но дрался-то он отлично. Так что если черт еще там, он и тебе может дать прикурить. Интересно. Серебра не боится.
Геральт, ты ничего не хочешь мне сказать? Хороший был вид. Надо было тебя телепортировать мили на две выше. Вот бы была панорама. Ну ладно, что мне делать? Прежде всего, помоги Эскелю и Ламберту. Один должен был добыть вытяжку из хребта Велохвоста, а другой — зарядить филактерии энергией стихий. И результатов что-то не видно. Я поговорю с ними. Что еще? Есть еще одна мелочь. Как видишь, мой мегаскоп сбоит. Эффект красочный, но все же... Где-то рядом источник энергии, который нарушает работу кристаллов. Нужно его найти и дезактивировать. И побыстрее. Мне нужно срочно кое с кем поговорить. А с кем ты будешь разговаривать? Или это тоже тайна? Во-первых, прекрати брюзжать, очень тебя прошу. Во-вторых, нет, это не тайна. С Идой Эмиан. Помнишь такую? Ее забудешь. Член ложи. Эльфская знающая. Вот именно. Знающая, как следует из названия, много знает. Поэтому я попрошу у нее совета относительно Умы. Ты доволен? У меня душевные травмы после общения с твоими коллегами, знающими, незнающими. Но раз надо, значит надо. Думается мне, не на всех ты в обиде. Неважно. Благодарю за разрешение. Ладно. И как искать источник? При помощи этого патест-эквизитора. Патест-эквизитор? Хер знает что. Зато действует просто. Чем громче пищит, тем ты ближе к цели. И без шуток о сексе, очень прошу. Ну давай, беги. Здесь ничего. Здесь ничего. О, кажется, что-то есть. Сигнал становится сильнее. Вижу, Йеннифер наконец нашла добровольца побегать с пищащей. Тихо. Ага. Теплее, теплее. Горячо. Да? Что такое? Пока. Мы можем поговорить? Береги себя. Ага. Теплее, теплее. Горячо. Возьми-ка. Реакции на двимерит нет. Посмотри в огонь. Ага. А теперь сюда. Теплее, теплее. Горячо. А, вот ты где.
теплее. Помехи идут отсюда. Что в этих ящиках? Двимеритовые бомбы. Ламберт делал. Ничего удивительного, что мегаскоп не работает. Ладно, надо их убрать. Я уберу. Не то ты мне все вверх дном перевернешь. Только присматривай за Умой. Так точно, дядюшка Весемир. Ну как дела? Весемир тебя не слишком замучил? Я так и думал. Ну вот и все. Можешь идти. А теперь проверим условные рефлексы. Возьми-ка. Реакции на двимерит нет. Здесь ничего. Здесь ничего. Здесь ничего.
должны быть следы Эскеля. В последнее время никто, кроме него, из замка не выезжал. Это его конь. Как там его? Василек? Прекрасное создание. Эскель разбил лагерь. Должно быть, собирался побыть тут подольше. Следы ног и козьих копыт. Интересно. След обрывается. Замечательно. Попробую пойти по запаху. Эскеля я не почую, а вот козла... Надо только найти что-нибудь, что пахнет козлом, чтобы было проще взять след. Кусочки содранной коры. Похоже, козел Эскеля терся о дерево. Клок шерсти. Ух, точно, козье. Следы Эскеля. Нос меня не подводит. Дабы велохвоста приманить, колышку козу вервием привяжи и среди листвы как можно скорее скройся. Бестиарий брата Адальберта, страница 82. Память у тебя, вижу, еще хорошая, несмотря на годы. Зато тебя слух на старости лет стал подводить. Подпускаешь к себе, как глухарь на таку. Я твое сопение слышал за 3 мили, только лень было из кустов вылезать. Рад тебя видеть, наконец-то. Я тоже рад тебя видеть. Как дела? По-старому. От утопца к утопцу. И все? Я простой ведьмак. Не сражаюсь с драконами, не братаюсь с королями, не сплю с чародейками. Не то, что некоторые. Поверь мне, здесь нечему завидовать. Верно. Запивать икру шампанским должно быть тяжкий труд. Слышал? Летит! Уходит! По крыльям его!
Терпеть не могу, когда они так делают, гады паскудные. Мог бы поберечь нам силы, чтобы мы сразу его зарубили. Ага, а еще мог бы сам выпотрошиться и надеться на вертел. На это, к сожалению, рассчитывать не приходится. Ладно, полезли. Немного движения тебе не повредит. Что? Ну, ты немножко округлился и здесь, и вот тут. Видать, осталось еще сальце с последней зимовки. На себя посмотри, шутник. Потерял много крови. Артерия перебита. Кровище-то светлое. Далеко уже не улетит. Не боишься оставлять коня внизу? Вдруг Велохвост его подерет? Какое там? Василек — боевой конь каэдвенских кровей. Он справится, если что. Я рассказывал, откуда он у меня? Нет, наверное, нет. Как-то спас я одного рыцаришку. Сам понимаешь, лес, ночь, волки, как всегда. И говорю ему: дашь мне то, что дома застанешь. Но ребенка не было, зато как раз кляча у него ожеребилась. Эскель и Василек связаны предназначением. Невероятная история. Смейся, смейся. Ты просто завидуешь. Вот бредут овечки по лугам на солнце. Пастушка не видно. Слышно? Колокольцы. Что это за песенка? Да, корская песенка. Как раз чтобы лазить по скалам. Мамка мне пела. Помнишь ее? Только вот эту глупую песенку. Больше ничего. Здесь он приземлился. И не слишком ловко. Посмотри на следы. Он, похоже, сломал крыло. Смылся в логово. И хорошо. Оттуда уже не убежит. Хорошо. Собери ликвор и пойдем отсюда. Режь сзади сразу под черепом. Я не объяснял, зачем я это. То есть ты тоже не знаешь? И тебя это не беспокоит? Конечно, беспокоит. Но без ее помощи мы не снимем проклятие. Может, взял бы лучше Трис? Я так скажу. Если Йен не справится с проклятием Умы, мы всегда сможем обратиться к Трис, и она на нас не обозлится. А вот если сделать наоборот... Тут бы такое началось. Вот именно. Ладно, хватит об этом. Пойдем. Слушай-ка, а может, сгоняем на перегонки? Посмотрим, кто быстрее, Плотва или Василек? Что скажешь? Не стоит. Не хочу гонять коня без нужды. Даже не знаю, что все эти бабы в тебе находят. Ты же индюк надутый. Зато какой красавец. Дело вкуса.
Ладно, пойдем. Шевелись, плотва. Отдохни. Да, Волк? Но!
Тут река кончается. Я, наверное, уже близко. Сильный самец. Ничего удивительного, что Беренгар с ним не справился. С чертом разобрались. Теперь пора поискать вещи Беренгара. Чертеж. Выковать этот Торхерн будет нелегко, но попробовать стоит. Сюда бы портал. Thank you.
Неестественно холодно. Здесь что-то есть. Где там артефакт Кейры? Этот запах. Здесь росли какие-то травы. Серп изъеден ржавчиной. Засохшие ветки. Можжевельник. Или туя. Семена. Волкобой, кажется. Медальон аж дрожит. Скала должна быть пропитана магией. Настроить эти капли. Но для этого нужны хоть какие-то инструкции. Камни образуют треугольник, который влияет на ауру этого места. Кто все это поставил? Не Ламберт же. Заметки чародея. Язык архаичный, но понятный. Угу. То есть в два камня надо ударить Игни, а в один Арду. Запросто. Камни образуют треугольник, который влияет на ауру этого места. Кто все это поставил? Не Ламберт же. Yeah.
Очень тепло. При такой температуре за некоторое время здесь смогут вырасти даже экзотические травы. Ну и ветер. Этот запах. Здесь росли какие-то травы.